Добрый день, мои дорогие подписчики и зрители! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня приготовлю популярный салат «Цезарь». В этот салат кладут креветки, бекон, ветчину, курицу или индейку. Я предлагаю приготовить классический салат «Цезарь» с курицей. Начинаю готовить! Для салата нам понадобится 1 куриная грудка, 1 пучок листового салата, 200 грамм помидоров черри, 50 грамм сыра пармезан, 4 кусочка белого хлеба, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 зубчик чеснока, соль, черный молотый перец, карри по вкусу. С хлеба срезаю корочки и нарезаю кубиками. Чеснок нарезаю на пластины, кладу в емкость и заливаю оливковым маслом. Ставлю емкость на 20-30 секунд в микроволновку. В результате этой операции масло заберет аромат чеснока. Хлебные кубики раскладываю в форму и поливаю чесночным маслом. Ставлю форму в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут до появления золотистого цвета. Вымытое и обсушенное куриное филе нарезаю на кусочки длиной около 10 сантиметров. Курицу солю и посыпаю специями. На разогретое оливковое масло в сковороде выкладываю курицу и обжариваю на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета. Каждый кусок курицы нарезаю на длинные ломтики. Листья салата, вымытые и обсушенные, рву руками на небольшие кусочки. Сыр пармезан нарезаю тонкими ломтиками ножом для чистки овощей. Вымытые и обсушенные помидоры нарезаю на четвертинки. Для соуса нам понадобится 2 вареных куриных желтка, сок лимонный 3 столовые ложки, оливковое масло 50 мл, сыр пармезан 50 грамм, горчица 2 чайные ложки, соль
черный молотый перец по вкусу. Куриные желтки разминаю вилкой. Сыр пармезан натираю на мелкой терке. Соединяю желтки, сыр, горчицу, лимонный сок, оливковое масло, солю и перчу по вкусу. Измельчаю блендером до однородного состояния. Приступаю к сборке одной порции салата. На тарелку я выкладываю листья салата, сверху курицу, ломтики пармезана, потом сухарики, поливаю соусом, выкладываю помидоры, черри и ломтики пармезана. Салат «Цезарь» с курицей – это классика. Приготовьте салат, порадуйте себя и своих близких. Приятного вам аппетита и хорошего настроения. До новых встреч на моей кухне!